Привет всем, привет и добро пожаловать на геймплей Ностальгия. Сегодня мы продолжаем играть в Wolfenstein. И, как вы знаете, в предыдущей серии я тут попал вот сюда вот, и тут должен бегать за призраком королевы. Но, у меня не было вот этого вот оружия. И мне сейчас вот этот Lanzenfaust 44 очень сильно пригодится. Мне пришлось вернуться назад, а выполнить начало вот этой вот миссии, спасти Каролину и все такое. Итак, Каролина монстр, часть вторая, типа того. Итак. Ну да. Прикончить призрак королевы. Где он? Ну чё ты не приканчиваешься-то? Не понял. Ну ты будешь прика... погодите-ка. Уходим, уходим. Бам, ба-бам, бам. Бам. Ба-бам. Все, задание выполнено. Вот, голова от нее осталась. Можно в футбол поиграть после всей этой битвы. Так. Ну вот и все. Каролина мертва. Монстр убит. Звуки еще его слышны. Ну вот и конец миссии. Бан, наш грузовичок стоит уже как-то в другом положении. Итак, слушаем. Я принял участие в нападении на замок с целью освобождения Каролины Беккер, предводительницы кружка Крисау. К сожалению, она погибла. Ее пристрелил Вильгельм Штраус по прозвищу Тоттенкопф, присланный на смену Цетти. Я уже имел дело с ним, когда ликвидировал его программу создания суперсолдат. С приходом Тоттенкопфа эксперименты с Черным Солнцем могут зайти слишком далеко. Я должен остановить его, пока он не создал действительно сверхмощное оружие. Ну давай, попробуем его остановить. У нас любимое оружие МП-43, любимая сила усиления. Не буду все заново начинать. Итак, деловой центр. Возвращаемся в деловой центр, чтобы продолжить здесь новую миссию взять. Какая интересна. Так, сохранение игры. Найти Эринка Энгле. Так его же убили. Оп, стоп. Целый день устанавливали эти штуки по городу. Зачем, интересно? Не знаю. Да и знать не хочу. Есть, вышки готовы. Готовься. Че это за вышки? Какого хрена? Они оглушают. Не-не-не-не-не-не. Давай. Все готово? Так точно. Все вышки готовы. Так держать. Шагом марш на базу.
Чё это нахрен за херня была только что? Биджей, нацисты только что включили радиобашню. Мы должны избавиться от нее. Ага, смешно. Так и где она находится-то? Биджей, мы должны взорвать радио... Мне вот сюда надо идти. Мне если указатель говорит идти сюда, значит оно так нужно. Не понял. А. Дверь. Сохранение игры. Так. Надо немного подубавить. Так, идем, идем, идем. Вперед. Нифига неубиваемый. Так, быстрей, 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 быстрей. Опять они, да сука. Вот эти вот летающие хрени меня бесят. Меня бесят этих летающих хреновины. Но у меня есть кое-какое оружие. А, так он у меня закончилось. О, золото, а как я его здесь не мог заметить? Да ёперные матяне, а. Никак не могу там прорваться, ну что же за хрень? Ай, так, ладно, еще раз. О, смотрите, я вижу невидимую лестницу. Так, вроде всех мочакали. Теперь берем... Нет, не Лайсенс Хаус. Так, это мы тоже побережем. Вот это вот взять. Сейчас летающие будут. Хреновины. Направо!
Так, одного взорвали. Второй где-то в воздухе. Куда этот шпендик залетел? Ладно, он куда-то залетел, значит, он потом не улетит. Так. Так, это мы, походу, я так как думаю, мы сюда идем. А, во. Забыл. Это же наш черный рынок. Печаль не помешает нам сражаться с нацистами. Герр Блажкович, рад вас видеть. Думаю, Эрик отправился на конспиративную квартиру Золотого Рассвета, чтобы встретиться с вами. У него есть для вас важные сведения. Майн Готт, на нас напали. Слушай, я должен оставаться на связи. Выбирайся отсюда и останови наступление нацистов. Нужно убивать прикрытие! Граната! Все вперед! Не дайте им загнать вас в угол! Будь осторожен, Диджей! Отлично! Осторожно! Прикройте меня! Вперед! Ищи укрытие! Вперед! Только вперед! Обходи слабо! Хороший выстрел! Осторожно! Так, 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 так. Огневая поддержка! Внимание! Не дайте обойти вас, славка! Так, взорвали его, контейнер с частицами взяли. Ай, ё-моё, во. Нужно огневое прикрытие. У него лучевое. Осторожно. Я под вражеским огнем! Граната! Держи! Отряд огонит! Подводная пушка! Осторожно! Так, задание выполнено. Поговорить с Гансом нужно сейчас. С каким Гансом? Где Ганс? Ганс! Ты где? Какой Ганс? Ганс или Гретель, что ли? Хотя нет, вот. Ты справился, Биджей. Ты остановил нас. Нацисты отступают. Зачем? Мы же были у них в руках. Это очень странно. Отступают они по одной причине. Так, где у нас черный рынок? Мне надо закупиться. Хотя у нас ничего вообще нету.
Ладно, пофиг. Так, идем. Куда нас сейчас указывает он значок? Не знаю, куда сейчас нам надо будет подойти. Скорее всего, он на черный рынок. Да, на черный рынок. Смерть, мисс Бейкер, тяжелый удар для нас. Биджей, тот, кто жаждет отомстить за наше нападение, он перебросил войска к Цепелину. Мы недавно обнаружили волну энергии тени, которая исходит от Цепелина. Мы считаем, они готовятся выстрелить из оружия на энергии Черного Солнца. Итак, ты должен пробраться на Цепелин и остановить Тоттенкопф. Мы сможем провести тебя на аэродром, но остаток пути тебе придется проделать самому. Есть еще кое-что. Пропал доктор Александров. Возможно, он пытается самостоятельно обезвредить оружие. Мы уже потеряли одного командира, поэтому если увидишь Александрова, спаси его. Понятно. До свидания, Биджей. Итак, аэродром. Говорят, аэродром — это последняя миссия в игре. Ну, не знаю. Я смотрел просто стримы на последнюю именно миссию. И то забыл уже, что там было. Кто забыл, что там уже было? Чё-то я даже сюда запрыгнуть уже больше не могу. А вот запрыгнул. Или как? Запад делового центра. Первый раз мы здесь. Патронов вообще нет. Так, убили его. Ух ты же! Как, чё за девчонки? Я помню, они были уже, но... Да может хватит тебе уже, а? Блин, нифига на него патронов потратил. Фантомные пушки. Это же вообще много. Так. Танк. Танк. Вау! Ля-л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 я. Жалко, что я в тебя залезть не могу. Так, куда нам идти? Сюда.
Вау! Вау! Двери поотлетали. Все подлетало. И что мне надо сделать? Я вообще ничего не понял. Вау. Я вообще не догоняю. Так, вот, про переход аэродром. У нас грузовик весь сломанный. Еле как в него забрались. Танк его расхерачил к чертям собачьим. Итак, смотрим ролик. Если ты так думаешь, что ж ты раньше не сказал? Я сказал. Документы давно просрочены. Не я их оформил. Я водитель. Проезжай. Похоже, вляпались. Стой! Выходи из кабины. Так. Давай. Вот это экшен. Так, водителя нашего убили, к сожалению, к великому. А мы врезались. Давай, вылезай, Бошкович. Нифига ты где оказался. А неплохое местечко для прятания. Только, конечно, потом меня все мучат. Они машину взорвали, идиоты. Во, наконец-то я автомат нашел свой. Так, наконец-то. Я нашел автомат, теперь могу нормально бегать. Ремонтники. И у них есть оружие. Зашибись. Данные. Взяли. Еще одно золото. Не заметил вообще. Так быстро бегаю. Вау. Так. Ничего нету. Золотишко взяли. Тревога. Личному составу занять свои места. Это боевая тревога.
Боевую тревогу дали. Нехорошо. Что у нас тут? Жалко, что это все патроны, которые я смог найти. Блин, не могу никак открыть дверь. Блин, откройся, дверь. Еле как открыли дверь. Два патрона. Блин. Видите, как надо быстро все делать? И тогда вообще все получится. Так, надо подзарядиться еще. Еще не всех завалили, оказывается. Так, замочили вроде. Там кто-то еще. Сука, укрылся. Блять, убил. Сука, укрылся, блять, убил. Опять сейчас все сначала. Да, блин. О, вообще даже отсюда. Ну, ё-моё. Это нехорошо. Полный разгром устраиваем. Разгромище. Да ёшкин матрёшкин. Ухо болит.
всю ночь в доту еще играл. Так. Ну, как бы, не всю ночь, но у меня потом отключили интернет вообще. Сейчас он не работает. Денег нет, денег нет. Никогда денег нет. Будем потихоньку мочить здесь. Они же все равно пойдут рано или поздно. Жалко, что здесь нету, где подзарядиться. Блин, надо еще накопить этого кристалла. Чертовой бабушки. Чтоб побольше уже было. Вау-вау-вау-вау. Пришлось сделать. Делаем все невидимое невидимым. Осторожно! Еще гранату успевает кидать. Смотрите! Остановись, рука! Смотрите на руку. Один петрила. Все, она исчезла. Жаль. Такая забавная хреновина была. Вау! Блин. А вот это еще хреново. Что теперь летающие хреновины здесь. Я так и знал, что они прилетят. Но их так как более-менее сложнее завалить. Еще один. Так, вроде убили. Покер фейс.
Вау! Fuck you, bitch! Так, в западный сектор мы уже пробрались. Это уже что-то. Задание выполнено. Сохранение игры. Дальше у нас что? Неважно, пройду я ли сейчас этот финал или попозже пройду. Главное, что пройду. Опять этот портал. Там кто-то есть. Никак нельзя ее замочить. Ни с какого патрона. Ладно. У нас уже был такой босс один. И мы его быстро завалили. Ну, как не быстро, но все равно завалили. Итак... Не-не-не-не-не-не, вы дайте мне пройти-то, дайте мне пройти. А, ай, ай. Но зато мы попробовали, какие они на вкус. Фига себе, блин. Вот это жесть. Вот это жесть. Так, сразу их надо уничтожить, эти машины как-то попытаться. А сейчас их нельзя уничтожить. Видите, как умно все. Именно тогда надо уничтожить, когда ты опустился вниз. Вот это вот смешно. И больше никак. Только так. Да, блин. Удивлен, удивлен. Да ёшкин матрёшкин. Как их убить? Вот как их убить? Самое-то главное, что я никак не могу их убить. Так. Может замедление времени включить, что ли? Уничтожить машину. Патрон!
Да как их убить-то, ё-моё, я ничего не вижу. Ничего я не вижу из-за них. Ай, блин. Вот были бы читы, а здесь? Не, хотя читы здесь есть, но они только в консоли применяются нафиг. А я не умею так делать. Ну, то есть умею так делать, но, блин, там надо, чтобы какой-то файл был. У меня этого файла нет. Хотя попытался скачать версию 1.1 Вольфенштейна. Думал, что там будет. Но у меня интернет, блядь, выключили. В самый неположенный, блядь, момент. Тут вообще ничего нету, блин. Не говори, блин, не хватай. Я ничего не вижу. Ранен, 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 да я ранен, блядь. Ну, уже что-то вроде получается, уже что-то вроде получается. Ну, просто, блин, их слишком-слишком много, слишком много. Не справится вообще, ну. Вы поняли, а? О чем я сейчас тут говорю? Это устройство защищает меня от пуль. Побереги патроны, Ян. Тебя ждет небольшой сюрприз. Блин, я вообще дар речи потерял. Где? Где все? Ёбаный в рот. Да ём! Она базарит, как 12-летний пацан. Честно. Ладно, последний раз попробую, не получится. Попытаюсь сделать это в следующей серии. Все равно вроде некуда торопиться. И... надеюсь, что это последняя серия. Это устройство защищает меня от пуль. Береги патроны, Ян. Тебя ждет небольшой сюрприз. Я застрял. Я еще и ранен, ну заебись. Дай. Не могу их убить, вот пиздец какой-то. Это на жопу похоже, блядь. Они похожи на жопу. Хотя я могу сейчас вот так вот сделать. Одного кинуть. Это устройство защищает меня от пуль. Подбереги патроны, Янки. Я сделаю небольшой сюрприз.
Да-да-да, давай. Блин, а этих-то хреновин-то уже нет. Как я на них нападу? Как? Я вообще ее не вижу. Да ё-моё, я почти ее убил. Она же уже освободилась от этих ебучих оков. Просто этих идиотов слишком много. Я не сдамся, Я так просто не сдамся. Я ее убью в этой серии. Блин, а. Я все равно вас убью, мать вашу. Давай. Давай. Не, немножко. Да ёбаный. И как вы думаете, что мне надо сделать? Ай, ёбаный ворот. Ну вот немножко совсем оставалось. А я кого-то тупил. Это устройство защищает меня от пуль. Побереги патроны, я. Тебя ждет небольшой сюрприз. Блять. Где тут еще? Дай. Вот представьте, на вас нападает целая куча вот этих вот шнягеров, блядь, и еще плюс эта девка, блядь, высовывается. Откуда ни возьмись. Вот что вы сможете сделать перед этим, а?
еще и на низком стоит. Что было бы, если на высоком? Моя хреновина, да блин. Ну как? Как? Ладно, я не могу больше сегодня проходить это. Тогда в следующей серии продолжим это эпичное, я не знаю, завершение, может быть, Вольфенштейна. Скорее всего, это завершение на аэродроме. Спасибо большое за встречу, с вами был Александр Баженок. Удачи и до новых встреч. Увидимся в следующей серии по игре Вольфенштейн. Вот так вот. Я в следующий раз попытаюсь завалить эту девку, наверное. Ну ладно, на сегодня все, пока.